Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор. Представляю вам этот рассказ. Продаются детские ботиночки, неношенные. С тех пор его опыт не дает покоя писателям и простым смертным. Многие пытаются заключить целую историю, способную тронуть, удивить и ошарашить читателя. 6 слов, как в оригинале писателя. Представляю несколько удачных примеров, созданных обычными пользователями соцсетей. Заранее предупреждаю, что в русской адаптации в рассказах может быть чуть меньше или чуть больше слов. Незнакомцы, друзья, лучшие друзья, супруги, незнакомцы. «Вы ошиблись номером», — ответил знакомый голос. «Пассажиры, сейчас с вами говорит не капитан. Я встретил родственную душу, а она нет. Продаю парашют. Никогда не открывался. Слегка запятна. Это наша золотая свадьба. Столик на одного. Сегодня я снова представился своей матери. Путешественник еще подавал сигналы. Земля нет. Я принес домой розы. Ключи не подошли. Моя мама научила меня бриться. На разбитом ветровом стекле было написано «Молодожены». Наша спальня, 2 голоса. Я стучусь. Я спрыгнул, а затем передумал. Мое отражение только что не подмигнуло. Извини, солдат, мы продаем ботинки парами. Он кормит из бутылочки убийцу своей жены. Воображал себя взрослым, стал взрослым, потерял воображение. Хирург спасает пациента, пациент благодарит Бога.